Всем привет! Сегодня у меня отчет для совместного проекта, который организовала Юлия Лишенко. Ссылочку на ее канал я оставлю под видео. Все, кто смотрел встречу вышивальщиц, уже видел эти работы, потому что я этот рулончик брала на встречу. Но мне нужно снять отчет для Юли. Все, кто вступал в СП, снимали отчет. И нужно показать завершение. На самом деле, я думала, вышью хотя бы одну работу, и то хорошо. Но на самом деле, я вышила три. Планировала еще две на пластиковой канве, но не успела. Я думаю, что три работы в этом СП – это тоже неплохой результат. В общем, с чего начну? Начну я вот с такой схемки. Девочки, эти схемки я нашла на просторах интернета, ниточки DMC переводила в гамму, и вот что у меня получилось. Первый раз я делала подбор самостоятельно, вернее, я переводила нитки, но я в основном по наборам вышиваю, но я думаю, что получилось неплохо. Тем более, что по ключу вот эта луна должна была вышиваться голубым цветом. Я сама ее вышила желтым цветом. Она, конечно же, была ярче, но сейчас она выглядит бледнее, потому что я поверху прошлась светящейся ниточкой. Дело в том, что если бы у меня были светящиеся нитки, я бы сразу вышивала. Одну нить брала желтую, одну нить брала бы светящуюся. Но у меня не было, да и сразу я не сообразила это сделать. Поэтому мне пришлось проходиться потом еще раз. Вот эти ниточки я купила на официальном сайте «Золотое руно». Спасибо Алене, моя зрительница. Мы с ней общаемся. Она мне скинула ссылку, где можно купить вот такие нити Мадейра. Да, они стоят недешево. 700, по-моему, были по акции, 500 ли, ну, в общем, плюс-минус, ну, все равно дорого, я считаю, даже 500 за нитки это дорого, но катушка большая, вот, и использовать я ее буду еще не один раз, мне очень понравилось ее использовать. Вот эти звездочки я уже придумала сама. Брала одну нить DMC серебристую и одну ниточку вот такую светящуюся. Правда, нитка DMC непослушная, собственно, так же, как и светящаяся. И очень сложно было вышивать по одному крестику с закрепкой. Поэтому я делала перетяжки. Вот эту канву я купила у Оли, магазин «Радуга вышивки». Это наша оренбургская девочка красит вот такую канвушку. И посмотрите, вот здесь летит ведьма. То есть я специально расположила вот таким образом летучих мышей, чтобы ведьма осталась внизу. Но левый край мне кажется пустой. И я уже говорила об этом, что мне нужно какое-то корявое дерево, чтобы вышить черным цветом слева корявое дерево. Это уже я хотела уже сама потом дополнить. На самом деле схемка была вот такая. То есть вот так мыши и все. Это уже у меня дальше фантазия пошла, поперла. И, в общем, я захотела еще что-то дополнить. Уже мне девчонки скинули схемы корявых деревьев и черных котов. Ну, в общем, мудрить уже я буду дальше потом. Вот, сейчас для СП, в принципе, вот отчет. Это первая моя работа. Вот такая. Следующая работа. Следующая работа — это вот такой котик. Тоже нашла на просторах интернета. Котик почему-то сиреневый. Но вы знаете, если вышивать черные цвета, там всегда либо синий, либо сиреневый. Там серых цветов практически нет. И поскольку я переводила DMC в гамму, точно стопроцентного соответствия нет. Вот, и то, что ближе по цветам подходило, то я и вышила. И смотрите еще какой нюанс. Вот у вас сейчас на камере тыква ярко-оранжевая, а у меня она светло-оранжевая. Точно так же вот эти сиреневые цвета. Вживую они не совсем такие, не так передаются, как на камеру. Но в любом случае котейка классненький, смешной. Тоже вышивала на конве ручного окрашивания. Это беломерка. Беломерка, 30-й каунт. Мне немножечко мелковато. На линде мне вышивать приятнее, удобнее. Здесь мне было вышивать мелковато. Но очень хотелось вышивать на конве ручного окрашивания. Ну, в общем-то, это вторая работа для СП. И третья работа в этом совместнике. Вот такая вот большая картина. Здесь уже прям
четко видно тематику. Хэллоуин. Вот такая ведьма. Долго думала, куда можно добавить светящиеся нитки, но делать я этого не стала. Хотела добавить в окошки, вот сюда, в окнах, чтобы был свет, и чтобы глаза у ведьмы горели. Но поверху зашивать белым цветом я не захотела, потому что тогда будет зеленый не зеленый, а будет пестрый. Не нравится мне, как смотрится белая нить, светящаяся при освещении, при дневном освещении. Но если же свет выключить, тогда, да, будет красиво. Ну, а если включить, то будет пестро. Вот как там луна оранжевая с белым, мне не очень нравится сочетание. Поэтому портить эту работу я не стала. Я считаю, она выглядит прекрасно. Несмотря на то, что я ее вышивала на Лугане. А Лугана крупный каунт. Я вышивала через две нити переплетения. Если бы через одну, то работа была бы намного меньше и мельче. Я бы не смогла так ее вышивать. Но поскольку я вышивала через две нити переплетения, то у меня получился крупный крест. Поэтому я вышивала в 4 нити, но мне нравится, как она насыщена, грубо так смотрится. И девочки, которые были на встрече, смотрели, им тоже нравилось. Вот сейчас вы видите просветы, на самом деле их не видно, у меня просто сбоку сейчас стоит лампа, подсвечивает. Вот, на самом деле вот так вот смотрится, все черное, классно. И вот сюда я пришила шармик. Вот такой шармик кошечка, это подарок. Я все думала, куда же мне шармики приспособить. И вот здесь на дереве сидит вот такая кошечка бронзовая. В общем, вот так получилось здорово. Всего два цвета используются, зеленый и черный. Но какая колоритная работа. Мне очень понравилось вышивать. Прям даже я подумала, что еще немножко и начну вышивать скелетиков. Вот. И очень понравилась вот эта паутина. Вот эту паутину, когда плетешь вот так ее вокруг, очень получается прикольно. Вот. Ну, в общем, эти сюжеты мне не свойственны, но поскольку девчонки вышивали, участвовали, я тоже хотела участвовать. Ну, не все же мне проводить совместные проекты, надо иногда и поучаствовать в совместниках. Ну, вот такая была у Юли тема Хэллоуин. На мой взгляд, я справилась с заданием прекрасно. 3 готовые работы. Я, к сожалению, не смогла посмотреть работы девочек. Я обязательно это сделаю, как только у меня будет выходной. Мне интересно, какие сюжеты вышивали они. Ну и в заключение я хочу вам показать, как эта работа выглядит в темноте. Я не знаю, как передаст камера. Попробую это сделать. Кстати, эти ниточки не фосфором пропитаны. Они безвредные, но... Вот как выглядит катушка. И вот посмотрите, как выглядит луна и звезды. Вы знаете, практически не видно. То есть в катушке, вот видите, какая намотка, здесь их много. А в готовой работе не особо. Видно? Ну, то есть на камеру совсем не видно. У меня чуть-чуть силуэты луны видны. Но на камеру нет. Печалька. Печалька. 500 рублей отдать за ниточки, а их не видно. Надо подольше их заряжать. Но смотрите, вот эти ниточки у меня лежали на свету. А сама работа у меня лежала в рулоне. То есть я ее сейчас достала для того, чтобы снимать. И еще мало времени прошло, наверное, она дольше на свету должна полежать, как эти нитки. Эти нитки, они целый день вот так лежали открытые. А вот эта работа у меня лежала в рулоне. Я брала ее навстречу. Вот. Ну ладно, не получилось показать. Кстати, я показывала в трансляции. Кто был в трансляции, я выключала свет, и там было видно лучше. Что-то сейчас у меня не получается передать. Ну ладно, я думаю, это не страшно. Спасибо вам за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Кто там?
Нам свет дали. Пошли видео на YouTube снимать. Ура! Пошли. Бутер хочешь? Хочу. Ой, я уже устала в темноте тут колупаться.